Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с налоговыми последствиями по НДФЛ при продаже квартиры, которая была приобретена с использованием жилищного сертификата. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И в данном письме рассматривался вопрос о том, можно ли сумму дохода от продажи квартиры уменьшить на средства, связанные с жилищным сертификатом. Так вот, отвечая на данный вопрос, Минфин указывает на то, что сумма жилищного сертификата должна рассматриваться в качестве расходов налогоплательщика на приобретение квартиры. И в этой связи Минфин приходит к общему выводу о том, что при продаже квартиры доходы от такой продажи можно уменьшить на средства жилищного сертификата. Вообще следует заметить, что эта позиция Минфина не новая, и ранее Минфин уже высказывался по этому вопросу. Ну, например, в начале 2019 года я рассматривал схожее письмо Минфина, в котором также было указано о том, что доходы от продажи квартиры могут быть уменьшены на средства жилищного сертификата. Таким образом, гражданам, у которых квартиры приобретены с использованием жилищного сертификата, им необходимо принять во внимание данное письмо в целях правильного определения своих налоговых обязательств при продаже квартиры. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.